Друзья, давайте поприветствуем друг друга бурными аплодисментами. Сегодня здесь, на центральном стадионе нашего замечательного города Новочебоксарска, царит незабываемая атмосфера единения болельщиков и спортсменов, конечно же, спортивных команд, которые принимают участие в этом грандиозном спортивном событии. Друзья, и прямо сейчас доброжелательной атмосферы, позитивного настроения всем вам желает народная студия эстрадного танца Golden Flash. Встречайте! Культуры химии. Друзья, давайте еще громче поприветствуем этот замечательный коллектив. Да, уважаемые друзья, дорогие новочебоксарцы и гости города, спорт – это неотъемлемая часть нашей жизни. Спорт дает всем нам заряд сил и энергии для движения только вперед, делая нас сильнее физически и духом, развивая стремление к цели и воле к победе. Легкая атлетическая эстафета на призы газеты «Грани» – одно из самых крупных спортивных событий в Новочебоксарске. Сегодня в эстафете принимают участие команды предприятий, организаций, учреждений и учебных заведений городов и
районов Чувашской Республики. Дорогие друзья, мы одна большая семья, одна огромная сплоченная команда Чувашии и России. Не забывая о прошлом, мы уверенно смотрим вперед. Благодаря смелости и молодому азарту наш город стал территорией новых возможностей. Новый Чебоксарск! Только вперед! Мы любим наш город, гордимся своей республикой. Мы гордимся нашей великой страной, великой Россией. Так было в России с далеких времен. Чем выше давление, тем крепче бетон. И если опасность державе грозит, становится Родина, как монолит. Горниле победы сегодня как сталь. Опять закаляется Родина сталь. Россия, Россия, в этом слове огонь и сила. В этом слове победы пламя. Поднимаем России знамя. Чувашская республика, частица бесконечной России. Моя Чувашия, взора выше ты, лучом расписанный огонь, ветлой украшена, водой возвышена, великодушная Тосталь. Здесь вся вселенная нам Богом данная. Великая Россия может по праву гордиться нашим молодым городом, Новочебоксарском. Город мечты, детище разных народов. Вместе живем. Уважаемые
участники и болельщики. На сцену приглашаются депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Малов Николай Владимирович. Заместитель министра физической культуры и спорта Чувашской Республики Букина Ольга Абрамовна. Глава администрации города Новочебоксарска Семенов Павел Владимирович. Депутат Государственного совета Чувашской Республики Семенов Сергей Павлович. Генеральный директор, главный редактор акционерного общества «Издательский дом Грани» Колыванова Наталья Витальевна. На сцену приглашаются депутаты Новочебоксарского городского собрания депутатов. Мы приглашаем на сцену директора ГТРК «Чувашия» Конюк Екатерину Анатольевну. Генерального директора акционерного общества «Газета Советская Чувашия» Васильева Владимира Львовича. Итак, дорогие друзья, слово предоставляется Николаю Владимировичу Малову. Спасибо. Добрый день, дорогие друзья, уважаемые участники и гости нашего спортивного праздника. Сегодня в одном из красивейших городов Чувашии, в Новочебоксарске, под знаменами газеты «Грани», на берегу великой русской реки Волга, собрались люди разного возраста. Любители легкой атлетики, королевы спорта. Это представители предприятий и организаций Новочебоксарска, учащиеся СУЗов и ВУЗов. Это наши уважаемые дорогие ветераны и, конечно же, именитые спортсмены. А также те, кто сегодня уже подает надежды, но пока еще ходит в детские сады. Дорогие друзья! Сегодня мы даем старт на стадионе имени легендарного сокола чувашского народа Андриана Григорьевича Николаева. И, конечно, давая старт в преддверии большого праздника, великой победы советского народа над фашистской Германией, мы глядим на наших ветеранов и понимаем, что нам есть чем гордиться, а самое главное – кем. У нас с вами славная история. И сегодня, опираясь на мудрость наших ветеранов и глядя на нашу молодежь, мы понимаем, что в наших жилах течет кровь народа-победителя. И сегодня мы знаем, что у нас, у Новочебоксарска, у родной Чувашии, основные и главные победы впереди. И вместе с вами сегодня плечом к плечу скандируем и говорим: «Вперед, Новочебоксарск! Во благо жителей Чувашии, во славу Российской Федерации! С праздником! Ура! Ура! Ура!» И слово предоставляется Ольге Абрамовне Букиной. Уважаемые участники соревнований, организаторы, почетные гости, я рада приветствовать всех сегодня на этом спортивном празднике от имени Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики. Я хочу выразить огромную благодарность газете «Грани» за то, что в каждой газете есть новости о спорте, о здоровом образе жизни. И спасибо за пропаганду спорта, здоровый образ жизни. И вот сегодня они являются организаторами одного из самых массовых спортивных мероприятий в городе Новочебоксарске. Также хочу сказать, что в этом празднике участвуют, начиная от мала до велика. Это говорит о том, что город Новочебоксарск является одним из самых спортивных городов нашей республики. Здесь множество спортивных объектов, куда можно записать и ребенка, и пожилым людям есть для занятий спортом все условия. Спасибо всем за здоровый образ жизни, за любовь к спорту. И да здравствует газета «Грани»! Ура! К микрофону приглашается Павел Владимирович Семенов.
Всем доброго и спортивного дня, уважаемые жители города, уважаемые гости, спортсмены, любители спорта и читатели замечательной газеты «Грани». Я поздравляю вас всех с этим замечательным спортивным праздником. Город Новочебоксарск всегда был, остается и будет центром спортивной жизни. И сегодняшние соревнования тому подтверждение. Знаю, что проигравших сегодня точно не будет. Все мы с вами победители, потому что мы все вместе. Желаю, чтобы 28-й турнир продолжался, чтобы на многие-многие годы вперед мы с вами встречались и вместе проводили также замечательно этот день. Желаю каждому здоровья, успехов, благополучия и всего самого доброго. С праздником вас! Слово предоставляется Сергею Павловичу Семенову. Добрый день, уважаемые жители Новочебоксарска и гости. Я хочу вас поздравить с наступающим праздником Днем Победы. Я хочу поблагодарить редакцию газеты «Грани», руководителя газеты «Грани» Колыванову Наталью, которая из года в год организовывает это мероприятие. Честно скажу, даже на уровне рыбак-рыбака. Вот. Хорошее мероприятие в городе, чем мы можем гордиться. Наталья, большое спасибо. Ты видишь, сколько молодежи, ты видишь, сколько гостей приехали на этот праздник к нашей газете «Грани», которая еще в свое время называлась «Путь к коммунизму». Вот. И я рад, что ты вот именно так относишься к этому серьезно. А вот именно не политически, а социально и по-народному, понимаешь? И газета очень сильно меняется, кстати говоря, к лучшему. Я хочу сказать одно. Вот с такими мероприятиями мы молодежь приблизим к себе. Они будут рядом с нами, а мы вместе с ними как никогда. Я хочу, чтобы в этом городе было больше таких мероприятий, когда мы проводим их всех вместе. Павел Владимирович, мы должны вместе проводить все мероприятия, все. Тогда молодежь будет с нами. Дорогие жители Новочебоксарска, я желаю вам сегодня хороших стартов, хорошего праздника, чтобы вы здесь просто отдохнули. И вот именно, вот гордитесь, что вот такие люди, как Наталья Колыванова, проводят такие мероприятия. И спасибо газета «Грани» за это мероприятие. Спасибо. Внимание! Равнение на государственный флаг Российской Федерации и государственный флаг Чувашской Республики. Звучат гимны Российской Федерации и Чувашской Республики.
Слово предоставляется Наталье Витальевне Колывановой. Дорогие новочебоксарцы, 28-я легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Грани» открыта. Удачных вам старт и побед! Итак, дорогие друзья, желаем всем добра, красоты, здоровья. Мы за здоровый образ жизни, мы за развитие массового спорта. Мы вместе. Именно этим и сильна наша держава, наша великая Россия. Итак, дорогие друзья, внимание! Наступает торжественный момент. Церемония награждения. К микрофону приглашается спортивный комментатор соревнований Андрей Анатольевич Михайлов. Добрый день, уважаемые новочебоксарцы! Добрый день! И вновь мы с вами встречаемся на нашей любимой, любимой всем городом, всем новочебоксарском эстафете на призы газеты «Грани». Провели мы сегодня малышей, провели школьников. И только что буквально перед вами выступали преподаватели дошкольных образовательных учреждений и школ города. Определились победители и призеры. На сцену для награждения приглашаются команда, занявшая 6-е место, школа номер 17. Команда, занявшая школу 5-е место, детский сад номер 2, Калинка. Пожалуйста, преподаватели, бегом-бегом на сцену, не стесняйтесь, смелее. 17-я школа, Калинка. 4-е место, детский сад номер 12, Золотой ключик. Это наши сильнейшие команды преподавателей и воспитателей дошкольных образовательных учреждений школ города. Бронзовый призер, школа номер 19. Серебряный призер, детский сад номер 18, «Калейдоскоп». И победитель наших соревнований, наши гости из города Чебоксар, детский сад «Золотая рыбка» номер 132. Победители и призеры, пожалуйста, на пьедестал. Первое место – детский сад номер 132. Второе место – 184. И третье место – школа номер 19. Победители призеров на пьедестал. 19-е, 3-е место, 184-й сад, 2-е, 1-е место, 132-й детский сад. 4-е место, золотой ключик, 5-е, калинка и 6-е, 17-е школа.
сильнейшие преподаватели, сильнейшие воспитатели дошкольных образовательных учреждений и школ города. Они умеют не только воспитывать детей, но и сами прекрасно участвовать в наших любимых спортивных мероприятиях, таких как «Кросс нации», «Лыжня России» и «Легкоатлетическая эстафета на призы», газеты «Грани». Итак, на пьедестале почета 19-я школа. Детский сад номер 184 и 132 нашей гости из города Чебоксары. Мы еще раз от души поздравляем всех победителей и призеров. Желаем успешных, успешной работы, здоровья, что самое главное на сегодняшний день. Каждый участник получает памятный диплом, приз, сладкий приз, предоставленный оргкомитетом Легкоатлетической эстафеты на грани. Итак, мы благодарим Андрея Анатольевича за проведение церемонии награждения. Благодарим официальных лиц и почетных гостей за участие в церемонии открытия, церемонии награждения легкоатлетической эстафеты на призы газеты «Грани». Приглашаем официальных лиц и почетных гостей подготовиться к старту VIP-забега. Также, дорогие друзья, к старту готовится команда Новочебоксарского отделения Союза пенсионеров России и члены территориального общественного самоуправления.